Всем доброе утро. Вот. Все на месте. Бона, Джуси. Здесь у меня Леофан, Гунечка. И вот он, Каспирюша. Для тех, кто говорит, что он пропал. Нет. Вот сладкий мужчина наш здесь. Завтракает. Все у него хорошо. Настроение, правда, не очень. А так, в общем, все отлично. Он здесь. Ну и после того, как я всех покормила, накормила, у меня, как всегда, стирка. Стирка, разбор белья. Глажу я не всегда, не каждый день, конечно, но все же. Кстати, хочу сказать пару слов по поводу вот этого кондиционера. Я не скажу, что он мне прям супер понравился. Он такой же, как Синергетик, только, по-моему, подешевле. Вот, я, честно сказать, не помню цену, но он точно такой же, не хуже и не лучше. Так что я думаю, что буду его еще заказывать. Единственное, что он достаточно жидкий, и Синергетик тоже достаточно жидкий. И, в принципе, надолго не хватает. То есть хочется, на самом деле, вот, например, от Faberlic кондиционера, они более жидкие, чем вот этот Синергетик и вот этот, да, кондиционер. Вот этот зелененький, я вам оставлю видео, в котором я вам его показывала. Это я перелила в канистру от Синергетик. Это гель для стирки, очень мне понравился, хорошо отстирывает, густой, надолго его хватает. Я вот от крышечку какую-то взяла, дозатор, но иногда так наливаю, иногда как дозатор. В общем, средство мне то понравилось, это немецкое. Я вам оставлю и ссылку на это средство под этим видео, и видео, где я показывала, заказывала я на Озон, по тому, что были очень хорошие отзывы на этот гель для стирки, и он мне действительно тоже очень понравился, я поддерживаю все положительные отзывы там. Вот здесь вот у меня, видите, немножко машинка моя стерлась, тут муж что-то у меня проливал, кстати, машинка эта тоже мне очень нравится, множество режимов, хорошо все отстирывает, не портит вещи, не знаю, супер, мне очень нравится, она, конечно, не супер-пупер крутая, но обычная стиральная машина вообще нравится. Так что на жидкость обязательно, вот это средство для стирки обязательно оставлю вам под этим видео, да. Ну и, конечно же, еще забота о животных, теперь забота о растениях. Обязательно поливаю, опрыскиваю их. Сейчас я вот в этот опрыскиватель налила подкормку. У меня такая универсальная есть подкормка, ее можно как наливать, да, то есть под корень выносить, так и опрыскивать листву. Вот сейчас я опрыскиваю листву, тоже жду теперь результаты, жду QR-код и обязательно поеду в обе. И Леофан, мой любитель моих цветов. Видите, я сюда притащила с улицы камушки. Я, по-моему, уже это показывала. И положила вот в эти свои драцены. Иначе мой кот копает. И вот этот Леофан. И использует эти горшки как туалет. Отчего, конечно же, драцены у меня начали гибнуть. Вот, обложила их камушками. Он больше и не... ничего с ним не... Видите, вот эта драцена у меня совсем погибла. А вот эту, по свету моих зрительниц, я ее обрезала. Только я не стала 20 сантиметров обрезать, а решила вот, чтобы у меня была такая большая палочка. Теперь буду их постоянно стричь, чтобы они у меня были красивенькие. Вот тут тоже у меня универсальная у меня подкормка. На самом деле покупаю разные. Вот это у меня в обе я покупала. Ну, вот этот свою пальмочку, я не помню, как она называется, тоже, видите, у меня лежат здесь камушки, и поэтому кот, слава богу, не копает. Вот это, кстати, история с двусторонним скотчем. Во-первых, на двусторонний скотч налипает шерсть, налипает пыль. Бона тут у меня нос сунула, что это такое, тут мама обмотала. И, в общем, в моей истории, то есть, не подходит мне двусторонний скотч, если замотать сам горшок, чтобы кот не копал. Вот у меня больше подходят камушки. Я потом еще что-нибудь летом, может быть, какие-то полегче камушки найду, помельче. Вот на том же Финском заливе нашем, да, принесу и обложу все свои цветочки, чтобы кот не копал, потому что он использует это как туалет. Это, конечно, ужасно. Сегодня с утра ко мне прям с утра, в 10 утра приехал курьер с Озон. Единственное, что... Не всегда курьеры заранее отзваниваются. А вот, например, сейчас мне курьер просто позвонил и сказал, я около вашего дома. И молодец. Вот, ну я была дома, так что получила. Посылку заказала очередную картину по номерам. Ту, которую у меня попросил, чтобы я нарисовала мой старший сын.
По поводу картин по номерам. Это комната моих мальчишек. Это их комната. И если им нравятся вот такие картины, то ради бога, это не моя комната, понимаете? Это их комната. И то, что у них висит «Веном», им нравится этот фильм, они смотрели. Да, у меня ребенок 6 лет смотрел фильм «Веном», и они у меня не считают этого героя отрицательным. То есть он, наоборот, как бы в положительную сторону. Да, он хочет есть людей, но при этом, в общем, как-то так. В общем, это их право вешать на стены именно то, что им хочется. Вот, поэтому в этом плане я ничего не запрещаю. Ну что им вешать? Бабочки-единорожки? Ну, девочки. Нет, конечно. Для них это Человек-паук, Веном, какие-то герои из игр, из фильмов любимых и всякое такое. В общем, кстати, вот этот вот... Сейчас я вам покажу. Вот эта вот штука мне очень понравилась. Классная. Пользуюсь, тоже Сазон заказывала. Мне очень нравятся цветочки. Опрыскиваю как раз, вообще супер. Вот. Очень удобная вот эта вот штука, которая распрыскивает. Отвезла я сегодня как раз-таки первый день детей в школу, в садик. Результаты теста моего не пришли. Вообще, насколько я знаю, что они должны приходить за 48 часов. То есть время... когда должны прийти результаты, 48 часов. Но по факту это не так. Ну, мне как бы что, да? То есть я готова и подождать. Меня такой интересует теперь вопрос, QR-код у меня будет или нет? Это единственное, что меня интересует, и все. В общем, отвезла. В общем, теперь никаких карантинов, я так понимаю, нет. Но отвезла я, что делать, детей. Вот. Сейчас уже скоро поеду забирать своего старшего со школы. Ну, да, как-то вот так. Странно, на самом деле, для меня. Девочки, кто сейчас болеет или кто восстанавливается после болезни, вот хочу пожелать вам скорейшего восстановления, скорейшего выздоровления. И вообще всем, кто меня смотрит, хочу пожелать здоровья. Самое главное, не болейте, а так все будет хорошо. Вот. Так что как-то так. Но у меня на самом деле как таковых прям последствий, вот как мне девочки писали там, что слабость там и так далее, практически нет. У меня еще остался кашель. Точнее, у меня не кашель, у меня, знаете, как будто вот, ну, такое остаточное явление это называется, да, то есть я как бы утром встаю, начинаю ходить туда-сюда и начинаю прямо откашливаться. Потом в течение дня я не кашлю. И вечером то же самое. У меня прям, знаете, как вот, ну, мокрота такая отходит. То же самое у меня с насморком. Я как бы с утра встаю, у меня насморк. Днем его нет, вечером он есть. Ну, в общем, как-то странно. Слабости как таковой у меня особо нет. Но вот я единственное, что замечаю, что да, я к вечеру быстрее устаю, чем раньше. Раньше, вот, переделав все то, что я обычно делаю, я не такая уж сильно уставшая, а сейчас уже как-то вот больше устаю. Ну, еще плюс ко всему, все-таки весна, весной, ну, в общем, будем пить витаминки, будем восстанавливаться, скоро лето, солнышко, и будет все у нас хорошо. Давайте покажу картину. Вот такая вот картина мне пришла. Вот так вот она была упакована. И впервые, вот сколько я заказывала картин, а все картины, которые я рисовала, они все у меня были заказаны. Ну, раньше я не Сазон, в общем, с разных сайтов. И с Вальберис, и Сазон, и еще какие-то там сайты было, находила. Первый раз пришло вот такое. Внимание, температурный режим. Потому что портятся иначе краски. Ну, так говорят. Не знаю, мне испорченные краски ни разу не приходили. Здесь я закрыла, здесь у меня адрес мой. И вот здесь вот, видите, указано, что есть крепление для подвешивания на стену. Не везде это указано. И вот из всех картин, которые я заказывала, одна единственная ко мне только пришла без крепления, это Веном. Вот этот вот как раз. Обычно у всех есть вот это крепление. Вот такая вот у меня картина. Это герои из игры Fortnite. Вот. Ну,
В общем, неважно, да? Значит, в комплекте идут краски, соответственно, все, да? И, как всегда, кисточки и крепление, вот оно. Вот, ну, обычную ниточку натягиваете, и все отлично. Вот, так что супер. Вообще, я думала, что как раз ее успею сделать, пока мы сидим на карантине, но карантин закончился, но и картина не такая сложная, видите? То есть, в принципе, фон быстренько нарисовал, здесь мелкие детали прорисовал, и все. Вот, так что супер. Ну, в общем, я надеюсь, что я быстренько ее успею сделать. В общем, вечером буду садиться хотя бы по чуть-чуть, но надо будет сделать, потому что сын очень хочет, любит эту игру. Вот это вот. Так что будем как раз таки рисовать ему, будем заниматься. Вообще, да, я согласна. Это некий такой релакс, когда все это делаешь. По поводу того, чтобы мой сын сам рисовал, я знаю, что некоторых детки сами вот героев всяких рисуют. Старший сын у меня нет. Он как-то пробовал некоторые мои картины порисовать. И слышите, да, опять Бона пьет воду. Вот. Все время я снимаю, она воду пьет. У нее какой-то рефлекс, наверное, да? В общем, вот такая она у меня. Вот. У него не хватает терпения вот такие мелкие детали. Он вообще не может. Вот младший у меня с удовольствием. У меня даже старший сын особо лего-то не собирает. Он, ну, это прямо ему надо увлечься, понимаете? Поэтому рисовать точно нет. Он вообще не любит рисовать. Никогда не любил. Даже когда был маленький, тоже не любил. Старший у меня еще... Младший у меня еще как бы более-менее, а вот старший точно нет. В общем, новенькое творчество. Холсты хорошие, видите? Такие, мне нравятся. Вот. И с этой стороны они вот таким образом закреплены на деревянную раму. Можно еще и рамочку купить, повесить, но так как это у меня подобие постеров, то я без рамки просто вешаю вот так вот картины. Также меня спрашивали по поводу лака акрилового. Вот такой акриловый глянцевый лак я покрываю сверху картину. Высыхают все краски, и потом я покрываю вот этим вот. Он мне нравится тем, что он белый, и видно, где прокрашено. То есть покрываю тонким слоем, он высыхает и становится прозрачным. И картина глянцевая, к ней даже не прилипает пыль. Вот, ну, только вот здесь вот, если садитесь, протираете тряпочкой аккуратненько, и все. При этом краски никуда не деются. В общем, оставлю ссылку. Вот этот я покупала на Озон. На Вальберис, наверное, тоже есть, да, наверное, везде есть. В разных магазинах, где вот по рукоделию всякую есть вот такой лак акриловый глянцевый. Почему ими я пользуюсь? Потому что как-то первые свои картины, которые я рисовала, там в комплекте мне положили вот такой лак и вот такую именно большую баночку. Обычно, видите, идут только краски без лака. Можно оставить так, но если осядет пыль, если влажной тряпкой будете протирать, вы можете смазать краски. Ну, наверное. По крайней мере, так пишут в отзывах. Поэтому надо покрывать лаком картины вот эти вот. Они будут дольше служить, будут защищать, не выцветать краски. Вот. И я еще обещала свои видео вообще включать какие-то свои домашние дела. Я стараюсь теперь делать это всегда. В общем, разбираю белье, которое уже у меня высохло, которое я стирала вчера. Я стираю каждый день. Потому что, ну, у нас много, пачкается то полотенце, то, может, какие-то покрывала там, то постилки для собак и так далее. Я ненавижу разбирать белье, и я не люблю гладить. Но включаю аудиокниги, и как-то вот у меня более-менее незаметно все это дело проходит. Но на самом деле не люблю, очень не люблю. Сразу откладываю вещи, которые мне нужно погладить. В общем, все стараюсь раскладывать. И вообще хочу себе за правило взять не копить белье, а гладить сразу. Даже если там одна-две футболки, то есть погладил и все. Домашнюю одежду я не глажу, глажу только... Ну, я называю это парадно-выходная одежда, то есть одежда, которую, допустим, в садик, в школу ходят у меня дети, муж на работу, какие-то, ну, в общем, ну, где-то какие-то футболки могу погладить мужу, там даже домашний, да, то есть, ну, что-то такое. В общем, хочу себе взять за правило, потому что обычно я коплю белье и кажется, что
Это слишком, то есть получается слишком много накапливается белья, и потом стоять там полтора часа, час гладить, ужас, вот, поэтому, ну, не знаю, получится у меня себя приучить или нет, но, в общем, и в целом я стараюсь, так что глажу левой рукой, точнее, как сам утюг держу левой рукой, я не левша, но вот гладить именно вот так вот мне удобно. Все остальное я делаю правой рукой, пишу и режу. Ну вот как-то, я не знаю, почему так у меня. На самом деле я даже об этом не задумывалась, пока мне однажды об этом не сказал муж. Он мне как-то проходил мимо, посмотрел на меня, говорит, а ты что левой рукой гладишь? Ну, не знаю, мне так удобно. Вот, так что работаю. Пешочком сходили, забрали младшего. Ах, упал там. Ну как пешочком, на санках. С Боночкой. Джуси с нами не пошла. Вот, забрали с садика. А у нас... Владик, аккуратней. А у нас время 5 часов. Что? Говорю, аккуратней, не падай. Время 5 часов, и только солнышко садится. Скоро белые ночи будут. Вообще красота. Да? Поехали? Поехали. Мама. Битый небитого везет, да, Лёва? Ага. Там где-то Бона. Где Бона, ты где? О, привет. Ну, Лиса. В общем. Чао. Идем домой. Хорошо, маленького забираем. Потом гуляем с Боной. Джуси не пошла вообще ни в какую. Она вообще вредина у меня. Что-то последние несколько дней. Выпал. Просто отдохнул. Отдохнул, полежал немножко, да? Понятно. Прилег. И там Бона. Бона, ты идешь? Владик. Падает все время. Ладно, идем домой. Гулены мы. Солнышко садится, красота там такая. Наверное, погода хорошая будет. Да? Красиво. Вода. Еще раз, девочки, всем привет. Я уже снимаю на следующий день. Пришли результаты теста. И они отрицательные, что меня не может не радовать, но я все равно вот это время только отвозила и привозила детей, больше никуда не заходила, ничего, нигде не шлялась специально, чтобы, ну, потому что думала, вдруг я все еще заразна. Вот, вот так вот. Вот, так что я теперь спокойно могу передвигаться и поеду в свой любимый магазинчик мясной. Потому что уж больно я по нему соскучилась. Запасы все у меня подходят к концу. И сейчас заказала, кстати, доставку в Ленты. Должна будет ко мне прийти. Тоже будет, наверное, следующее видео. Вот. И потом поеду на будних днях уже в мясную лавочку свою. Затариваться. Дюшюли у меня давно вкусненького, свеженького мяса не кушали. Ну, хвостатики все мои. Так что вот так вот. Так что... Желаю всем еще раз здоровья. Здоровья много не бывает. Вот, скорейшего выздоровления всем, кто болеет. Скорейшего восстановления. В общем, позитива. Всего-всего самого лучшего. Вот. И да, действительно, сейчас берут один тест, только когда вы заболели, и через 7 дней выписывают. Так, по крайней мере, сказали мне в моей поликлинике. Так что вот, такая вот история. Теперь буду ждать QR-код. Я надеюсь, что у меня будет, хотя я так думаю, что скоро все это дело вообще отменят, так как, видите, карантин отменили, все отменили, так что как-то вот так. В общем, на сегодня я буду с вами прощаться, я надеюсь, что вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч!